Всем привет, это СБ1813, или про Сайм. Продолжаем реакции. На очередь будет такая группа, как Глэйр и их трек Blank. Посоветовал, естественно, опять Хани. Опять же говорю, там по большему счету ему сегодня вся пачка будет посвящена. Не потому, что он мне донатил последние, да, 2 месяца, а потому, что просто так получилось. Так что вы там не надумывайте себе ничего. Ваши обязательно все комментарии тоже прочитаем чуть позже. Короче, Хани посоветовал эту группу, сказал, что советы ознакомиться вообще с шугейзами и так далее, и вообще вот My Bloody Valentine тоже надо, типа, мол, ее послушать. Но на одном из последних стримов, причем я не помню, это был стрим на Ютубе или же на Твиче, на каком-то из этих стримов мы выяснили, точнее, как выяснили, я просто пояснил за то, что я-то не то чтобы фанат шугейза, если что. Так же, как и я не фанат Блэка, например, да? Хотя многие люди почему-то прямо уверены, что вот я именно фанат вот этих жанров. Я как бы сказал, что я это все-то на самом деле вот именно в чистом виде не люблю. Когда это применяется там, в каких-нибудь дефтонусах там и, да, всякими там приблэковыми штуками, тогда да. А просто чистый такой шугейз я слушать как-то не особо люблю. Так что не знаю, если сейчас будет вот именно такое, понравится ли мне это или нет. В любом случае про группу я ничего не знаю. Вот опять же, только вижу фоточку, вижу название. Так что давайте заценим. Плюс там не будет клипа, сейчас будем слушать только трек. Надеюсь, ну просто я знаю, что шугейз не очень интересный жанр, если честно. Это вот как всякие там эмбиенты и так далее, то, что я, по крайней мере, слышал. Как-то это просто вот типа шум, просто есть прикольный шум, а есть неприкольный шум. Надеюсь, сейчас будет прикольный. Вот, и надеюсь, что мы сейчас забалдеем, а не уснем, но вроде бы все это идет там не так много. Короче, го. Ну окей, поехали. Пока прям мега залипательно, конечно. Тремол, куда же без тремол. Блин, я вообще когда не разбирался, я раньше все это построком называл, на самом деле, когда вот такую музыку слушал. Хотя на самом деле тут прям вот именно реально нотки пост-рока вот с этими тремолами, вот именно сейчас, в данный момент.
Потому что для меня шугейс это все-таки немножечко другое. Хотя, опять же, я не знаю, может быть, он именно вот так и звучит. Так, ну что, вот мы смотрели просто картинку, опять же, мы послушали трек «Blank» от группы Glare, который Хани посоветовал. Ну, что хочу сказать, на самом деле трек прикольный, воздушный, достаточно залипательный. Ну, понимаете, тут, наверное, такая тема, что вот такие треки просто взять и послушать лично для меня сложно. То есть я не могу вот так просто взять и послушать, например, такой трек в дороге, например. Или, да, там, когда занимаюсь какими-то интенсивными какими-то штуками. Это чисто вот на позалипать. Это вот ты ложишься спать, включаешь такой трек, и прям вообще чисто балдеешь. Или там, не знаю, когда там сидишь с утра, что-нибудь там, да, задумался о своей депрессии в 17 лет, и такой, типа, вот это клево. Вот, а так, конечно, все-таки это, мне кажется, больше на любителя музло. Говорю, я лично считал вот все это пост-роком раньше. Я считал все вот такое вот плюс-минус музло, это пост-роком, может быть, на самом деле плюс-минус оно таким и является. И, но опять же, даже тогда, когда я по этой теме все угорал, был у меня такой момент, когда я прям решил такой, давай-ка я поугараю по строку, как все вот эти модные ребята, да, хипстерские, вот, типа, давай, типа, ну, оставлю все эти метулы и так далее. Блин, ну, честно, я пытался, но я, по-моему, больше недели не выдержал, потому что, насколько бы вот это хорошо ни звучало, но когда слушаешь только вот такое, ты просто такой, типа, ну, лол, ну, а можно что-нибудь поинтенсивнее играть? Вот, так что да, конечно, в перемешку с чем-то, и вот говорю, на определенные моменты, такие вот именно атмосферные и так далее, это музло идеально ложится. Но на постоянке я бы такое музло, конечно, не слушал. Это, конечно, очень скучное музло, если честно. Опять же, на любителя, я вот не любитель, вот именно в чистом видео такого. Хотя трек крутой, реально. Но говорю, вот я бы этот трек переслушал бы еще раз, там, будучи там в 5 утра, сидя там на балконе, там, и если бы я курил, да, например, я бы курил, слушал трек такой, смотрел бы на рассвет и такой, блин, вот это балдеж, вот это вот прям за душу берет. Но вот так вот просто включить такие треки я бы ни в коем случае не стал. Так что да. Сегодня с вами душный, очень душный Симон. Ну вот не знаю, хочется мне сегодня душнить на ваши реакции. Ну вы сами кидаете такое что-то своеобразное, да, сегодня. Вот, так что если что, без обид, но пока что... Пока что как-то так. Ну, опять же говорю, ну, вот это еще один раз просто доказывает то, что не надо меня считать каким-то там чуваком, который шарит за что-то, да. То есть я, во-первых, ни за что не шарю, во-вторых, я не люблю вот определенные какие-то, может, вот такие жанры, поджанры, да. То есть я люблю в целом музыку. Вот, например, этот трек хорошо звучал. Типа, он мне понравился, я бы его переслушал в определенные моменты. Но думать, что вот, например, я там шарю за шугейс, там, или за блэк, опять же, за да тот же самый Visual Key, что я прям какой-то прям трушный, ни в коем случае не надо, нет. Я просто слушаю музыку и балдею. Вот, так что, вот как-то так. Спасибо в любом случае всем, кто посмотрит реакцию. Ссылочки, сами нравится, сами все знаете. Ну, норм на самом деле. Как бы в целом прикольно. Может быть, My Bloody Valentine тоже можно послушать. Но если там плюс-минус такое же, то, скорее всего, мне это, опять же, так же 50 на 50 понравится на таких определенных моментах. Ну, и в любом случае, все. Я пойду. Пока.